аккорды всего три. Значит, в медленном темпе играет стак, ставим вот такой аккорд. Можно вообще барре не ставить, можно взять только три вот этих звука и сыграть. Пятая, четвертая, вторая и четвертая. И играет с первый аккорд так. На четвертом ладу далее мы зажимаем на четвертом шестую, на шестом пятую и на пятом третью. Играем шестая, пятая, третья, пятая. И вот такой ритм. Четыре раза. Те же пальцы двигаем на второй лад. И обратно. По сути, вот это, в принципе, вот такой такт. Можно сыграть то же самое здесь, на шестой позиции, то есть на шестом ладу барре. Ну и потом. Если играть бой, то бой играет стак. То есть берется бас, потом такой эффект ногтями. То есть безымянный. Вот этот эффект. Можете вот так потренировать его. То есть вот пальцы в кулаке, и постепенно каждый палец выбрасывается, начиная с безымянного. То есть бас. Бас, бой, вот эта фишка. Вверх, глушение, вверх, вниз, вверх. Четыре раза играется. Такой латиноамериканский ритм.